Вас приветствует команда ЮИТа школы номер 16. Существует очень много правил дорожного движения, которые известны как водителям, так и пешеходам. Сегодня мы бы хотели затронуть тему негласных правил, нарушение которых может привести к аварийным ситуациям на дороге. Помните о том, что согласно правилам запрещает отвлекать водителя транспортного средства. Не имейте лишние вопросы к водителю в дороге, а также не отвлекайте своим смартфоном или планшетом. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Зачастую пассажиры пренебрегают правилами посадки в транспортном средстве, а в частности используют переднюю панель автомобиля в качестве подставки. Неправильное расположение пассажиров в салоне автомобиля может привести к серьезным травмам в аварийной ситуации. Во время движения нужно занять сидячее положение и использовать ремни безопасности. Во время остановки транспортного средства не оставляйте двери открытыми настежь, так как проезжающие автомобили или велосипедисты могут задеть или снести ее. А также перед тем, как открывать дверь автомобиля, проверьте, что сзади никого нет. Автомобиля, так как пролитый кипяток или стаканчик горячего кофе могут привести к аварийным ситуациям на дороге. А также не забывайте, что вы за рулем и вы должны охранять свое здоровье. Помните о том, что согласно правилам дорожного движения, пассажир транспортного средства является таким же участником дорожного движения, как и сам водитель. Следовательно, как и любой другой участник дорожного движения, пассажир должен выполнять свои обязанности.